Партнер проекта – сеть кинотеатров «Киномакс». Здравствуйте, дорогие мои киноманы! Обычные кинопрокатчики не ставят на один уикенд два сильных и ожидаемых фильма, а переносят премьеру одного из них на месяц-два. Но тут случилось что-то из ряда вон выходящее. В один и тот же день в кинотеатрах можно будет увидеть «Варкрафт» и «Алису в Зазеркалье». Когда она появится? Скоро! А что такое скоро и долго ли его ждать? Да и ладно бы, фильмы были разные. Ну, допустим, один ужастик, другой семейная комедия. А тут два блокбастера, рассчитанные на одну и ту же аудиторию, схлестнутся в невиданной борьбе за зрительское внимание. Бросим в атаку все силы. Дела тут вижу не очень. Ну и что же выбрать? Куда пойти? Давайте разбираться вместе. А в чем дело? А дело в шляпнике. Начнем со второй части приключений Алисы и шляпника. На этот раз Алиса отправляется в путешествие во времени, чтобы спасти своего друга Джонни Деппа, который, как всегда, великолепен. Он, кстати, и в первой-то части перетягивал одеяло на себя, но а в этой-то и подавно. Лично у меня от первой части остались двоякие ощущения. С одной стороны, визуализация истории Тима Бертона просто ошеломляет, но вот саму историю сделали какой-то скучно. В общем, если сценаристы в этот раз постарались, я точно пойду. В другом углу кинематографического ринга – «Варкрафт». Да, этот фильм о той самой культовой компьютерной игре. Я в нее еще в далекие 90-е играл. Для орков нет жизни, кроме войны. С помощью людей мы отыщем иной путь. В центре повествования люди и орки. Причем и те, и другие хорошие. А вот против чего они будут сражаться? Против зла, конечно. Темные силы приближаются. Знаете, в детстве мне хватало формулировки «зло пробудилось». Но лет с 15 я начал думать, какое такое зло? Самое главное, почему оно зло? Впрочем, как я понял, это не главное. Эпические битвы. 80% фильма с компьютерной графикой. Вот что важно. 6 лет титанической работы. Ну вот опять! Прости. Знаете, а пойду-ка я на оба фильма. Все равно впереди два прекрасных выходных. Ну и до встречи. В самой логичной программе «Идем в кино».